Привет, друзья! На обзоре Valifon Armor 7. Наконец-то он ко мне попал. Мое отношение к защищенным смартфонам довольно среднее, скажем так. Они мне и интересны, и неинтересны в то же время. Но что касается именно флагманских решений, таких как Armor 7, например, вот мне это очень даже сильно нравится. И именно этот телефон мне будет очень приятно сегодня посмотреть и рассказать о нем вам. Значит, прежде всего, коробка, наконец-то ее немножко изменили, видоизменили, добавили такие вот металлические типа штучки, потому что раньше в телефонах была просто желтая коробка, ну а теперь смотрится реально по-флагмански, скажем так. Комплектация телефоновская, она, скажем так, стандартная, ничего такого вы здесь не увидите нового, как и в шестой версии, как и в пятой, здесь есть все то же самое. Сейчас я вам вкратце это все покажу. Это у нас инструкция, стекло для поклейки на дисплей. Ну и, конечно же, стандартные, привычные модули. Есть, кстати, такой вот шнурочек. Здесь у нас переходник с Type-C на microUSB, для наушников переходничок, блочок зарядки, красный кабель Type-C для зарядки и OTG кабель. В принципе, для Valifon это стандартный набор. Но рассказывать о смартфоне, конечно же, стоит с его дизайна, корпуса, защищенности и так далее. Давайте с этого и начнем. Скажу вам так, вот по защищенности претензий вообще никаких нет. Хоть я, конечно же, лично не ронял его с высоты 2 метра и не видел, как он не разбился. Но я знаю, что это за корпус, я уже не раз подобные телефоны в руках держал. И могу сказать, что в целом, да, конструкция довольно типична для подобного смартфона. Прорезиненные углы, каленое стекло спереди с небольшими рамочками вот на экране. То есть стекло немножко утоплено, это хорошо. И, конечно же, металлические боковушки. Такое есть у Blackview, такое подобное есть у Dooji. Это, скажем так, более-менее стандартный корпус для большинства современных производителей защищенников. По корпусу отмечу, что 3.5 мини-джека здесь нет. Снизу есть только Type-C разъем. Справа кнопочки блокировки, громкости и сканер отпечатков пальцев. Слева лоток для сим-карт и настраиваемая кнопочка. В принципе, все, ничего больше интересного нет. Сам телефон, конечно же, у нас отличился вот такой вот вставочкой спереди. Это здесь находится у нас камера фронтальная. Давайте сразу зайдем в меню, посмотрим вкратце, как выглядит меню настроек. Скажу сразу еще один момент, что перевод здесь, мягко говоря, не очень. На данный момент используется у меня финальная версия прошивки за ноябрь 2019 года. И перевод здесь, ну, не самый лучший. Отдел навигации, вот ловкая клавиша. Здесь много таких надписей, которые переведены как будто бы не особо знающими людьми. Почему-то вот так. Некоторые пункты меню начинаются с большой буквы, некоторые с маленькой буквы, некоторые на английском, но это понятно. Но в целом, что хочется сказать по оболочке, это Android 9. И самое главное, самое приятное, что мне в нем понравилось, это скорость работы. Скорость работы здесь, ну, не сказать, что может флагманская, как там на айфонах топовых или самсунгах, но в целом, сравнивая с телефоном предыдущим Armor 6, сравнивая с Blackview 96-97-2.0, я вам скажу, что этот аппарат, он намного шустрее, и это вот реально прям ощущается, очень-очень шустро работает. Кстати, не менее интересная штука, это у нас задняя панель. Именно задняя панель у нас фигурирует во многих изображениях на официальном сайте, да и в принципе много кто на аватарку, на превьюшку лупит именно заднюю часть, потому что задняя часть выглядит, ну, просто по-царски. Сзади находится у нас тройная камера, датчик сердцебиения, а также 5 светодиодных вспышек. Если вы включаете просто режим фонарика, то работает только одна нижняя вспышка. Сейчас я вам покажу. Вот, только одна. Если вы хотите все 5 увидеть, то мы должны зайти в камеру, зайти в видео, включить вспышку, нажать на запись видео, и тогда уже мы увидим, как все... Точнее, не 5, а 4 светодиода у нас светят. Как раз таки нижний сейчас не светит, 4 верхних у нас светятся. Вот такая вот штукенция. Ну и насчет производительности, это вообще моя любимая тема, что касается этого телефона. Установлен здесь процессор Helio P90. Давайте сразу зайду в Antutu, будем все это говорить и смотреть. В тесте он набрал у меня 216 тысяч баллов. Это показатель, скажем так, средний для нашего 2019 уходящего года. И могу сказать, что в принципе, как вы видите, работает аппарат очень шустро. Вопрос только в том, настолько он производительный, например, в игрушках. Потому что, ну, зачем еще такая вот производительность нужна? Игрушки я вам чуть позже, конечно же, покажу. А сейчас дальше пройдемся по параметрам. Процессор Helio P90, графический ускоритель PowerVR 9446. Оперативной памяти у нас 8 ГБ, LPDDR4X, то есть быстрая, хорошая, современная память. Работает все, как видите, просто идеально. Процессор у нас 12-нанометровый, максимальная частота, как видите, по Antutu 2,2 ГГц. Так оно по сути и есть. Ну а постоянной памяти 128 ГБ.
Вот так вот. Все это просто цифры. На практике вы можете заметить, как работает это все прямо сейчас. И игрушки — это, конечно, показатель, но больше показатель то, как в целом работает система, какой отклик на запуск приложений, какая скорость вообще открытия всего. Сейчас, я думаю, вы успели заметить, что Armor 7 — это реально очень шустрый смартфон защищенный. Таких быстрых я еще в принципе не видал. Ну это если не учитывать Ulefon, точнее AGM X3, который на 845 Snapdragon, конечно, работает. Для МТК процессоров это, конечно, ну, очень хороший показатель. Ну и раз уже я зашел в асфальт, давайте уже мы с вами и сделаем одну небольшую гоночку, посмотрим, как она работает. Скажу вам так, что работает сейчас эта игра на средних настройках, потому что на максимальных она подтормаживает, и это заметно. Нет никаких фризов, есть просто низкий FPS, играть которым просто некомфортно. На средних настройках, я вам скажу, игра тоже не идеально работает. Сейчас вы это все сами увидите, чтобы не было никаких ко мне вопросов и претензий. Ну вот, это средние настройки. Смотрите вы видео в 60 FPS, и я думаю, вы сможете заметить, что картинка далеко не плавная, далеко не идеальная. Немножко некомфортно на самом деле играть, я бы даже спустил настройки до самых минимальных. Хотя для меня это реально странно, потому что процессор довольно производительный. А вот что меня удивило, так это в PUBG, производительность в PUBG. Здесь на максимальных настройках графики я не могу сказать, что игра заметно подтормаживает. FPS вполне комфортный, и игрушка работает вполне адекватно. Вот даже в PUBG мне, например, более приятно играть, чем тот же Asphalt 9. Сейчас я вам покажу, как работает на максималочках в PUBG. Ну вот, собственно говоря, максимальные настройки. Смотрите, как картинка плавно у нас отрисовывается. Я просто в шоке от того, как PUBG здесь реально неплохо идет на этом телефоне. Обычно PUBG на Helio P60 и P70 на средних настройках даже немножко подтормаживает. Здесь же у нас была доступна максимальная графика, я ее установил, и как видите, играть вполне комфортно. Вы не обращайте внимания, что я просто на начальном этапе вам это показываю, просто хочу продолжить обзор дальше. Когда я играл уже, когда мы уже после высадки с парашютами, игрушка так же сама работает, абсолютно не подтормаживает. Это большой плюс. Так, что у нас по датчикам, сенсорам, модулям различным и так далее? На задней панели у нас находится датчик сердцебиения. Я думаю, его работу показывать смысла нет, вы и так все прекрасно понимаете. Дальше, у нас есть сканер отпечатков пальцев. И вот сканер отпечатков пальцев я хотел бы похвалить, потому что работает реально безупречно. Блокируем телефон, сравниваем с Xiaomi Mi 8, для примера. У него довольно неплохой по скорости сканер отпечатков, находящийся сзади. Итак, одновременно я нажимаю на Armor 7 и на Mi 8. Итак, поехали. Лишь чуть-чуть быстрее Mi 8 у нас разблокировался. Давайте еще раз. Видите, скорость почти одинакова. Если говорить о том, что это смартфон, ну, он не дешевый, действительно, но на большинстве конкурентов и предыдущих моделях, тот же Armor 6 и другие производители подобных телефонов, у них сканер работает туговато, как на таких же телефонах стоимостью $150. Но это же совсем другой уровень. Здесь сканер работает просто офигенно. Дальше идем по дисплею. Дисплей — это тоже та часть, которая мне очень понравилась. Если говорить о максимальной яркости, то она здесь средняя. Можно было сделать, конечно, чуть поярче, я считаю, но в целом этой яркости вам тоже будет хватать. Особо прищуриваться на солнце вам не надо будет. Дисплей у нас 6,3 дюйма, разрешение Full HD+. Сейчас я вам покажу в динамике, как он работает. Запускаем первое попавшееся видео. Выставляем разрешение Full HD. И смотрим, как у нас показывается картинка. Да, изображение здесь неплохое, матрица хорошая, это IPS, и она действительно справляется со своими обязанностями. Также в этом телефоне у нас есть NFC, оно выведено у нас вот сюда в главное меню, в шторку сверху. Также у нас есть режим подводный фотоаппарат, нажимаем сюда, и здесь у нас не будет работать экран, мы спокойно сможем снимать, находясь под водой. Ну, это, в принципе, во многих телефонах такая фишка есть, поэтому ничего удивительного здесь абсолютно нет. Есть здесь режим энергосбережения, можно включить камеру, и, в принципе, этот пунктик у нас отдельно настраивается, поэтому можете под себя его подстроить. Поддержка NFC уже мы разобрались, есть. Поддержка беспроводной зарядки, конечно же, здесь тоже присутствует. Ну и, в принципе, ожидать 5G интернета здесь не стоило, потому что рановато еще для китайцев третьего эшелона. Но 4G работает отлично.
Также здесь модуль Bluetooth 5 версии. Еще здесь есть куча стандартных приложений, которые помогут многим из вас в работе. Эти приложения есть и на смартфонах Blackview, и на смартфонах Dudge, по-моему. Это то есть отвес, уровнеметр, шумометр, барометр, шагомер и так дальше. Здесь же находится у нас приложение, чтобы смотреть ваш пульс, на который отвечает вот этот вот датчик, находящийся сзади. Еще один, кстати, косячок, который можно отнести в сторону, наверное, несовершенности прошивки, это то, что если мы зайдем в камеру, зайдем в режим замедленной съемки и захотим что-то снять, мы нажимаем и видим ошибку приложения. Камера не работает, телефон перезагружался, ничего не помогает. Вот как-то так. В принципе, это в камере единственный косяк, который я нашел. Еще я заметил то, что здесь в режиме боке можно снимать только когда смартфон видит лицо. Вот последнее время такого, точнее раньше такого не было. Сейчас я смотрю, на многих телефонах такая штука появляется. Когда вы активируете режим боке, то вам нужно конкретно, чтобы телефон увидел чье-то лицо. Потом он сразу замыливает фон. В данном случае боке здесь работает хорошо. Но опять же, вы не любой предмет сможете замылить, как с профессионального фотика, с хорошим объективом, а только человеком. То есть это конкретно портретный реально режим. Режимов здесь, по сути, много. Есть ночная съемка, есть HDR-съемка, видео, фото, сверхяркое изображение. Тут куча всего, все вынесено прям сразу вот сюда на главное. Что интересно, то что камера у нас основная 48-мегапиксельная. Если мы посмотрим все возможные разрешения для съемки, вот они, 48 мегапикселей, это если 4 к 3 снимать. Также есть 30 мегапикселей, 12 и 7 мегапикселей. Что меня особо порадовало, так это 4К съемка. Заходим в качество видео и смотрим все доступные варианты съемки. 4К съемка на подобных китайцах 3-го эшелона наблюдается впервые. Все это возможно благодаря процессору Helio P90. Но видео и фото я делал, прямо сейчас я вам покажу все примеры, и вы сами сможете оценить. Ну, насчет видео могу сказать, что оно меня немножко разочаровало. Ну, не то чтобы немножко, а прям сильно. По части фото особо вопросов нет, камера действительно хорошая. Снимки у вас есть, исходники будут по ссылке в описании, смотрим у видео, если хотите, скачивайте и смотрите их более пристально. Поехали! Друзья, съемка видео на оживленной улице. Здесь большое движение. Как раз проверим и запись звука, и стабилизацию при ходьбе. Автофокусировка очень медленная почему-то. Ну а стабилизацию и качество картинки в целом уже оценивайте сами. Очень долго фокусируется. Ну что, друзья, резюмируя все вышесказанное, могу сказать только то, что Ulefone Armor 7 это хороший телефон, защищенный, который, я считаю, у производителя получился. Я помню, как многие писали хорошие отзывы по поводу Armor 6, даже под моим обзором много комментариев хороших. Armor 7 получился достойным продолжителем этой линейки. Хорошая защита, хорошие параметры, процессор Helio P90, вот реально, менюшка просто молниеносно летает. Я не знаю, как можно ее загрузить, чтобы она подтормаживала. Вы видите сами, что производительность в PUBG на максималке играть можно. Асфальт почему-то у нас только на минимальных работает в хорошем FPS. В танках у меня получалось делать примерно средние настройки, чтобы получать стабильно 60 FPS. Но я не знаю, по сути, среди защищенных телефонов это, наверное, такой себе идеал. Я вам скажу так, я бы себе такой телефон купил, если бы была потребность в защищенном телефоне. Вот такие телефоны, как этот, это реально показатель того, как нужно делать хорошие защищенники. Конечно, не самые дешевые, к сожалению. Но скорость работы здесь реально флагманская, ни к чему придираться. Телефон очень понравился, телефоном хочется пользоваться. И если вы хотите покупать такой телефон, то в принципе от меня можете услышать, что да, покупайте, оно того стоит. Я думаю, что прошивку со временем немножко поправят, чтобы не было этих косяков с вылетом камеры при замедленной съемке, чтобы немножко пункты меню поправили. Ну, скорее всего, пункты меню не поправят, это точно, но с камерой, я думаю, они немножко разберутся, и все будет хорошо. Друзья, вы смотрели Ulefone Armor 7, были на канале Tweak Day, подписывайтесь на него обязательно и пишите ваше мнение по поводу этого мощного, хорошего защищенника. Пока.